День знаний Татьяна Мурко с дочерью решили провести с пользой. После торжественной линейки отправились в парк Гагарина, чтобы принять участие в квест-игре на знание правил дорожного движения. По словам Татьяны, школа, в которой учится дочка, находится рядом с проезжей частью, поэтому соблюдение ПДД жизненно необходимо и поможет предостеречь себя и ребенка от опасности на дороге. Дети проходят квест-игру замечательную, танцы, задания очень интересные. Большое спасибо всем организаторам. Присутствуют три школы, детки довольны, родители тоже. В городе реализуется муниципальная программа повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы. Одна из задач – повышение правосознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге. Сотрудники госавтоинспекции каждый год в День знаний проводят специальную квест-игру для учеников начальной школы. В ней участвуют дети, которые ранее присутствовали на специальных занятиях по основам правил дорожного движения. У нас в школах постоянно проводятся профилактические беседы с сотрудниками госавтоинспекции. На протяжении лета у нас, так как лагеря работали дистанционно, у нас там проводились профилактические мероприятия, были направлены материалы в департамент. То есть работа велась постоянно, она у нас никогда не прекращается. В рамках всероссийской акции «Внимание, дети! Дорога в школу» в автогородке парка Гагарина организовали 6 станций. На каждой из них школьники выполняли различные задания, после успешного прохождения получали баллы. Надеюсь, что уж дети уж запомнят эти правила дорожного движения и каждый день будут их применять уж на своей жизни. Что уж дает безопасность уж детям и водителям. После прохождения всех станций и сдачи маршрутных листов команды школьников были награждены сувенирами и дорожной азбукой. Ну а заключительным событием стал флешмоб.